Советы от Олега и Светланы Заварухиных. Друзья мои, наберитесь терпения. Делайте каждый день по чуть-чуть те действия, которые приводят вас к результату. Я видел много людей, которые ушли буквально за шаг до того успеха, на который они рассчитывали. Терпение – это очень трудно, но это необходимо в нашем бизнесе. А я советую вам создать лучшую версию себя. Быть лучшей версией себя в своем проявлении, в своей жизни, в том, что вы делаете. Стремитесь к совершенствованию разных своих навыков, качеств. Обучайтесь, ходите на развивающие программы и делайте из себя лучшую версию в этой жизни. Всего вам хорошего. Всего доброго. Совет от Натальи Ежук. Всегда помни, ради чего ты начинал. Ведь в этот бизнес мы приходим всегда за чем-то. За благополучием, за здоровьем, ради детей, ради того, чтобы жить не так, как живут все. Но на нашем пути всегда встречаются сложности. И в эти минуты отчаяния, в эти минуты тогда, когда опускаются руки, всегда помни, а ради чего ты начинал. Не ищи легких путей, ищи сложные пути, потому что на них ты никогда не встретишь конкурентов. А от Натальи Гузановой совет такой. Любить свою родину, культуру и язык. Достигать финансового благополучия. Продвигать уникальные товары и услуги. Брать ответственность за свое здоровье и здоровье своей семьи. Развивать себя, людей и мир. Это 5 принципов нашей компании. И это основа нашего бизнеса. Я руководствуюсь ими. Желаю вам, друзья и коллеги, процветания, успехов, и здоровья. Совет от Ани Кононовой. Всегда обучайтесь. Всегда применяйте свои новые знания на практике. Всегда обучайте команду новым методам, именно тем, которые у вас хорошо пошли, с которых у вас есть результат. Всегда объединяйте свои знания внутри команды. И тогда у вас будет хороший рост по карьерной лестнице. Друзья, избегайте фразы «я это знаю». Эта фраза, как ни одна другая, очень сильно ограничивает ваш поток познания. Я, национальный директор Елена Яковлева, утверждаю, знаешь, когда ты так живешь. Есть 2 взгляда на жизнь. Один с опаской, второй с предвкушением. Или мы можем просто плыть по течению, а можем сами построить свою жизнь и судьбу. С вами был Виктор Яковлев, национальный директор. Совет от Натальи Яблоковой. Ваше благополучие всегда будет средним по отношению к благополучию 5 ваших самых близких в вашем окружении. И это закон, и он работает на все сферы жизни. То ли это здоровье, то ли это счастье, то ли это взаимоотношения. Обратите на это внимание. Кто вас окружает? Стремитесь к успешным, учитесь у них и преуспевайте вместе с ними. Добрый день, друзья! Ловите мои пожелания. В жизни все так устроено, что сначала надо отдавать, а потом получать результат. Сначала вы даете человеку внимание, заботу, взамен получаете доверие. Сначала вы вкладываете в свое дело время, деньги, силы, энергию, действия, а потом получаете результат. Результат отличный, ура, победа! Результат не совсем тот, который хотелось бы. Вы приобретаете опыт и снова начинаете сначала. Действуйте, и победа неизбежна. Совет от Марьямы Умаровой. Верь в себя, даже если в тебе сомневается весь мир. У тебя будут неудачи, препятствия, ты будешь ошибаться. У тебя будут периоды депрессии и отчаяния. Семья, учеба, работа, проблемы быта. И это не завершится, если ты будешь зацикливаться на этом. И твоя стрелка внутреннего компаса всегда должна показывать одно и то же направление к цели. Помни, целый мир в твоих руках. Ни шагу назад, только вперед. Совет от Светланы Нуридиновой. Будьте успешны во всем. Имейте счастливую семью. Обязательно заботьтесь о здоровье. Общайтесь с друзьями, путешествуйте и, конечно же, стройте наш классный бизнес,
потому что успех в бизнесе вам принесет совершенно другое качество жизни. Будьте успешны! Успеха во всем! В нашем бизнесе, как в жизни, бывают разные дни. Бывает солнечно, ярко, голубое небо и радуга. А бывает пасмурно, холодно и зябко. Совет от Ольги Зубовой. Когда у вас яркий день в бизнесе, когда у вас все получается, не останавливайтесь, идите вперед. И делайте все на максимуме своих возможностей. И даже выходите за рамки своих возможностей. Делайте то, что вы никогда не делали, у вас все обязательно получится. А когда моросит дождик, не останавливайтесь. Делайте, 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 но только то, что вы умеете максимально хорошо, на 100%, даже на 200%. И копите силы и ресурсы для солнечных дней, которые обязательно будут. Наталья Груздева, и мой совет. Начни с себя, настрой свои мысли на позитив, поставь перед собой цель, поверь в нее. Используй все свои возможности, начинай действовать, и у тебя все получится. Чтобы достичь своей мечты, нужно только действовать. Идите к своей цели, сделайте первый шаг, и у вас обязательно получится. Так начала я, Ибрагимова Эльнура. Всем привет, совет от Николая Андрейко. Наша жизнь делится на черные и белые полосы. Какая полоса в нашей жизни зависит напрямую от нас. Если сидеть просто ничего не делать, тогда будут у нас всегда черные полосы. Если пытаться вырулить как-то ситуацию, всегда будут белые полосы. Какая полоса будет у вас, зависит персонально от вас. Верьте в себя, верьте в своего наставника, верьте в свою команду, и обязательно все получится. Самое главное, никогда не сдаваться, и только тогда будет результат. Совет от Людмилы Мельниковой. В нашей работе мы следуем девизу: цель поставлена, значит достигнута. Работать на Востоке нам помогали высказывания великих завоевателей. Чингисхан сказал: «Боишься? Не начинай. Начал? Ничего не бойся». А Тамерлан говорил: «Счастье всегда со мной, удача в моих руках». Верьте в себя, ставьте цели, действуйте и не отступайте. Совет от Любови Герасимовой. Ставьте перед собой большие цели. Будьте активными, делайте все для их достижения, и тогда никакие сложности вас не напугают. Вы лидеры, верьте в себя, у вас все получится. Самое главное, изучайте, используйте в своей работе новые технологии, и успех вам гарантирован. Желаю вам счастья, здоровья и процветания. Приветствуем, с вами Мерлан и Дарья Батырхановы. В кризисное и трудное время хочется все бросить и сдаться, не видя уже путей. Знаете, самое легкое – это сдаться, а это может сделать каждый. Это так легко. Труднее всего снова взяться, сделать наконец-то и прийти к результату. Мы выбрали последний вариант. Знаете, вы тоже можете сделать свой результат, уж поверьте нам. И наш совет – продолжать идти, несмотря ни на что. Советы от Артура и Анны Кевакяны. Знаете, секретом успешных женщин является их позитивность. Всегда смотрите на каждое событие с оптимистичной точки зрения. И еще, как сказал Чарльз Дарвин еще 200 лет назад, не выживает самый сильный и самый умный, а тот, кто самый лучший, приспосабливается к изменениям. Мир уже не тот, как был раньше. И можно все это использовать в нашу благо и развивать наш бизнес. Осваивайте интернет и применяйте его в бизнесе. Совет от национального директора Татьяны Шадрицевой. Совет от Фарангиз Джафаровой. Улыбайтесь, освещая всех улыбками. Ошибайтесь, веселее жить с ошибками. Не пугайтесь, в жизни всякое случается. Не сдавайтесь, все не сразу получается.